утро, друзья. Я все же за то, чтобы все было максимально в нашей жизни просто, понятно, чтобы мы с вами могли пользоваться вот теми благами, которые мы имеем, и что-то новое, возможно, придумывать, креативить и вдохновлять других людей на какие-то новые дизайнерские находки. Посмотрите, сегодня мы с вами отправляемся в ванну. Вот, к примеру, если вы, так же, как и я, не особо любите, когда в вашей ванной много полочек, на которых расположено огромное количество баночек, зубных щеток и так далее и тому подобное, то сегодняшний блог вам очень подойдет. К примеру, сегодня хочу я рассказать о том, как правильно хранить зубные щетки. Можно, помимо того, чтобы ставить их просто в стаканчик, да, рядышком, на полочку. Смотрите, можно просто-напросто в шкафчике сделать вот такие надпилы, да, мне кажется, что это очень хорошая идея, потому что дверь шкафчика закрывается, все спрятано, ничего не находится на виду, очень так себе даже удобно. А вот сейчас я покажу еще один вариант хранения. Кстати, можно опять-таки сделать такую, да, дизайнерская находка достаточно для нашей с вами ванны. Это обычные крышки, которые тоже подпилены вот в определенных местах, чтобы туда было удобно вставлять эту зубную щетку. Можно ведь разукрасить как-то красиво, дополнить вашу ванну, сделать из этого какой-то вот необычный элемент, на который будет падать взгляд, когда мы будем заходить в нашу любимую комнату. Но у меня ванна, любимая комната, к примеру. Второй интересный лайфхак – это экономия, наверное, какая-то такая необычная на различных ароматизаторах для нашей ванны или для туалета, потому что можно просто-напросто эфирного масла капельку капнуть на наш рулон туалетной бумаги, и благоухать будет очень, ну, долго, ровно столько, сколько бумага туалетная будет находиться у вас там в вашей комнате. Видите, как все очень просто. Может быть, вы любите запах лаванды, какой-то определенный не можете найти, или запах пихты. Вот таким простым образом мы сможем с вами создать такой приятный аромат в нашем туалете. Следующая интересная история. Если вы идете принимать ванну, у вас катастрофически не хватает времени потом собраться, вам нужно срочно отгладить майки, рубашки и так далее, просто-напросто на время, пока вы принимаете душ, если он горячий, тем более, это вообще ваш вариант, возьмите с собой майку, не отутюженную, и повесьте рядышком. Вот эти все испарения приведут вашу майку в прекрасный вид, она сама собой разгладится. Вот так, очень просто и понятно. Еще одна интересная идея, как нам с вами очистить нашу ванну, в частности, плитку в ванной. Вот бывает такое, да, когда уже на швах появляется грязь, плесень, все что угодно. От того, что парниковый эффект создается в нашей ванной очень часто, например, вытяжка плохо работает. Так вот, просто-напросто нужно взять свечку парафиновую и аккуратненько пройти ей вот таким образом по швам. Во-первых, это будет выглядеть очень аккуратно, вся чернота спрячется. Во-вторых, просто-напросто будет гораздо меньше вся эта загрязняться история, не будет появляться плесень опять-таки. В общем, возьмите на заметку, это правда очень хороший действенный вариант. Еще один хороший вариант для любителей, которые любят долго принимать ванну, но телефон, к сожалению, не работает настолько громко, динамики в телефоне, чтобы было приятно слушать музыку. Для этого просто-напросто нужно наш с вами телефон положить в раковину. Это усилит его звук, и вам будет гораздо интереснее эту ванну принимать. И последний вариант. Смотрите, у меня дома нет ванной полочек, на которых все стоит. Я уже говорила об этом. Поэтому предлагаю еще вот такую историю. На карниз от шторки, да, на которой шторка наша висит в душе, достаточно просто-напросто на прищепке повесить все ваши средства по уходу за телом. Они всегда будут уже готовы к использованию. Не нужно будет трясти каким-то образом все эти баночки. Очень удобно, симпатично выглядит и всегда все под рукой. В общем, возьмите, пожалуйста, все это на заметку. Очень стараюсь я для того, чтобы ваша жизнь была максимально простой, легкой, интересной. А самое главное, чтобы у вас хватало времени на хорошее настроение, на то, чтобы поднимать его своим близким и родным людям. Прекрасного утра!